Всем привет! С вами Таня Генерал. Это очередной экстренный выпуск из серии «Здорово живем». В этих выпусках по воскресеньям я на сравнительно регулярной основе рассказываю о разных штучках, приблудах, примочках, приспособлениях, добавочках, которые помогают сохранять здоровье, красоту и молодость. Сегодня специальный выпуск для всех тех, кто перенес коронавирус и имеет дело с последствиями коронавируса в виде паросмии. У меня на эту тему есть целое отдельное видео, что это, как это работает и почему со мной это тоже случилось. Если коротко, то паросмия – это нарушение связи между анализаторами в вашем мозге и анализаторами в вашем носу, когда у вас иллюзия запаха, когда ваш нос воспринимает запахи, но преподносит их мозгу как совершенно что-то другое. Это очень распространенная штука, о ней очень много пишут в интернете. Говорят сейчас исследования про 10% тех, кто перенес коронавирус, потом страдают этой паросмией. Ну вот, допустим, среди моего окружения это практически 50% из тех, кто переболел, у них вот эта проблема. Вся сложность в том, что вирус новый, никто ничего про него не знает, и, соответственно, как бороться с последствиями, тоже представлений очень мало. Врачи-отоларингологи с этим разбираются. И я благодарю одного из зрителей, читателей моего инстаграма, которая мне кинула ссылку на маленькие видео, которые в инстаграме размещаются в сторис, врача-невролога из Казахстана, которая порекомендовала средства, помогающие справиться с последствиями паросмии. Правильно, не отоларингологи, не врачи уха, горла, нос должны с этим разбираться, потому что проблема вовсе не в носу. Анализаторы носа работают нормально, запах мы этот чувствуем, он у нас воспринимается неправильно. А работа должна идти, конечно же, на уровне мозга, так как главная проблема, причина паросмии – это разрушение миелиновых оболочек и нарушение контакта. И вот есть такое лекарство, которое называется юридин в русском транскрипции. А здесь у нас мы его заказываем на iHerb'е. Я не знаю, может быть, его можно в вашей стране купить прямо непосредственно в аптеке. Это биодобавка. Кроме его других основных полезных свойств, как поддержка печени и стимуляция липидного обмена, у него есть еще одно преимущество, но это опять же туда же в липидный обмен. Это помощь в восстановлении тех самых миелиновых оболочек наших нервных клеток и, внимание, сейчас скажу очень умное слово, аксон. Аксон – это, если вы представите себе нервную клетку, у нее есть дендроны и аксоны, дендриты и аксоны. Сейчас я вот что-то сочинила, какую-то ерунду. Короче, аксоны – это те части, которыми клетки между собой соединяются, через которые, собственно, происходят сигналы. Так вот, прием этого лекарства, 2 капсулы в день, стимулирует восстановление миелиновой оболочки и восстановление этих самых аксонов и на когнитивном уровне усиление формирования новых связей. В чем, собственно, вся и проблема паросмии? Эти связи разрушились, и для того, чтобы сформировались новые, нужно очень много времени. Знаете эту фразу «нервные клетки не восстанавливаются»? Так вот, это неправда. Они восстанавливаются, и это научный факт, просто им нужно гораздо больше времени, чем любым другим видам клеток в нашем теле. Соответственно, этот препарат помогает этим клеткам восстанавливаться быстрее и стимулирует. Я пью его уже 2 недели, и заметила разницу сначала, когда делала свои любимые баклажаны под сыром под пармезан. Я последнее время даже не трудилась доставать чеснок и туда его добавлять, потому что я не чувствовала ни запаха, ни вкуса. Все мне воняло только протухшим луком или, простите меня, даже говном. А в этот раз я по инерции, доставая баклажаны и пармезан, я схватила чеснок и обнаружила, что он уже испортился, засох, конечно, уже 3 месяца почти. И я стала его вот так, знаете, расковыривать, поднесла к носу и вдохнула. Ну, представляете себе, когда у вас нормальное обоняние, у вас нет никаких проблем с восприятием, вдохнуть чеснок – это острый, пряный, вызывающий резкий аппетит запах. У меня первые вот эти вот ноты прошли в никуда, я ничего не чувствовала, и вдруг на последних моментах я почувствовала столь любимый мой обожаемый запах чеснока. У меня все встрепенулось, это было, наверное, где-то уже через неделю после начала приема.
И второй момент, когда я поняла, что процесс идет, и эти самые миелиновые оболочки восстанавливаются, аксоны отрастают, когда я на днях, буквально позавчера была на йоге, запахи своего тела тоже не чувствуешь, не ощущаешь. И если я по-прежнему продолжаю производить все гигиенические процедуры, ну, знаете, там, утром душ, вечером душ, после физической нагрузки душ, тем не менее, ну, бывают моменты, где-то припотеешь, и в обычной жизни такая, что-то я пахну, побежишь там, протрешься, помоешься, на дезодоранте, то вот эти 3 месяца мне приходилось полагаться на мнение окружающих и просить там, слушай, если ты чувствуешь, что от меня воняет, ты мне скажи, потому что я сама себя не чувствую. И в этот момент, когда у нас было групповое занятие йогой, в какой-то там, в особо напряженный после 10 буквально йога-флоу, когда вы делаете эти приветствия солнцу 10 раз подряд, и я в очередной раз махнула руками, и я почувствовала, я никогда не наслаждалась, сейчас, пожалуйста, не тошните, никогда еще в моей жизни запах собственного пота не вызывал такое удовольствие и наслаждение. Я повторила это движение несколько раз, и каждый раз думала, я это теперь чувствую, я снова это чувствую. Так что, друзья, конечно, это, как всегда, рекомендация носит очень рекомендательный характер. Это мне сказали, порекомендовали, я сама его пробую. Поэтому, если у вас есть какие-то противопоказания, есть какие-то сомнения, читайте внимательно состав, обращайтесь, консультируйтесь со своим врачом. Но это вот за что купила, за то и продаю. Жизнь без запахов вообще не сахар, сама теперь знаю, всем сочувствую, у кого так же. Делитесь, пожалуйста, видео, делитесь ссылкой, поставлю ссылку в комментариях с названием, где купить. Если будете покупать, не забывайте использовать мой промокод, который мы с вами используем на iHerb. Ну, а видео про выгорание и как с ним справляться, что с этим делать, будет у нас с вами перенесено на следующее воскресенье. Вы обязательно приходите и посмотрите, потому что эту штуку я тоже знаю теперь, с чем ее едят и как с ней справляться. И предвосхищая ваш вопрос, да, это украшение, это подарок тренда DJ Мурана. Они делают это все из настоящего мурановского стекла, вот эти все шнуры из каучука, офигенская штука, очень мне нравится, а здесь вот на замочке тоже такая бусинка. Сюда же в комплект идут вот такие серьги из этого стекла, сюда же в комплект есть еще и красивый браслет, но я его надену с чем-нибудь другим, покажу вам как-нибудь в другой раз. Еще раз повторяю, юридин, 2 капсулы в день, очень рекомендуют использовать его в сочетании с рыбьим жиром. Все туда же, про липидные оболочки. Всем посоветуйте, кого знаете, кого слышали, у кого такая проблема. Лично мне помогло 2 недели, и у меня начали восстанавливаться запахи, и это сказка. У меня на сегодня все. Не болейте, берегите себя, будьте здоровы, будьте счастливы, будьте спокойны. Пусть жизнь разливается медом по устам, и вы получаете все то, что вы хотите. Потому что вы этого достойны, так же, как и я. Я вас всех люблю. Пока-пока.